Привет! Сегодня покажу вам, как метать несколько ножей одновременно. Как это выглядит? Вот таким образом. Что для этого нужно? Смотрите, значит, мы берем несколько ножей. Акцент у нас идет на большой палец, он контролирует каждый нож, который вылетает. Соответственно, в нем берем кучкой, берем ножи, складываем в елочку. И тот нож, который длиннее, он вылетает первый, потом последующий, потом следующий. Вот этот контрольный нож. После вылета контролируем другой нож. Остальные ножи, которые ждут своей очереди, зажимаем другими пальцами. Этот нож, который вылетает, в момент полета мы его отпускаем. Остальные держат другие пальцы.